Карьера и социальный лифт. Тема диалога на равных. Диалога, в котором особенно нуждаются именно школьники. Те, кто стоит на пороге неизвестной и часто непонятной взрослой жизни. 1 октября в Центре культуры и молодежной политики заместитель главы Десногорска Александр Новиков стал тем, у кого можно было запросто спросить, с чего начать и как поступить. Как начать первые самостоятельные шаги, карьеру и при этом не ошибиться. Этот путь когда-то предстояло пройти и Александру Новикову. Следствием, самым простым, самым низким разрядом. И вот на протяжении моей работы в течение 12 лет с должности следствия я вырос до должности ведущего инженера по ремонту, в том числе с правом замещения заместителя начальника цеха по ремонту. От слесаря до заместителя главы. Карьера, которая может вдохновить каждого. Старшеклассники из первых уст услышали об истории успеха, о сложности выбора и сделанных выводах. Если ты хочешь чего-то достичь, неважно, чем ты занимаешься, то ты должен стать в этом профессионалом. Нравится тебе это, не нравится. Если ты этим занимаешься, в этом ты должен стать профи просто. Старшеклассники интересовались вопросами карьеры и личной жизни Александра Новикова, об интересах, семейном быте и профессиональных планах. Некоторые присутствующие задавали и вполне прагматичные вопросы. Как считаете, что в данный момент влияет на получение хорошей работы? Спросить то, о чем не пишут в учебниках, и услышать авторитетное мнение опытного человека – пожалуй, главные цели проведенного семинара. Ведь, несмотря на доступность и часто переизбыток информации, сделать верный выбор непросто. Особенно это касается молодых людей. У нынешней молодежи очень много возможностей, и определиться, в каком ключе, им сегодня сложно. Но, опять же, очень хорошо то, что они могут больше попробовать. За менее короткий срок. Они могут попробовать себя в одном направлении, они могут попробовать себя в другом направлении, в третьем, в пятом, в десятом. И в итоге все-таки найти и выбрать ту нишу, которую они займут в своей жизни. Подобные форматы встреч будут продолжены и дальше. А школьники поняли то, что большой путь начинается с первого шага. И важно, чтобы этот шаг был в верном направлении. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.